Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить рекор. Итак, дорогие друзья, остановились мы перед началом еще одной миссии, сюжетной нашей миссии. Мы наконец-то добрались до башни Эдема и наконец-то пройдем внутрь. Столько мы туда добирались через зыбучие пески, самую большую локацию в игре, и наконец-то мы здесь. Заходим. Опа. Виктор, я активирую башню и превращу Эдем в новый дом для людей, как и планировалось. Смотрите, Виктор обманывал вас. Когда прилетят корабли, он будет наказан. Нет больше кораблей. Неправда. На орбите десятки кораблей. Отец сказал мне... Кораблей нет. Я их давно уничтожил. И что? Тоже нет. Ты последняя. Нет. Нет. Это вранье. Есть еще один, и мы... Опа. Нифига себе. Кай. Твой друг мертв. Ты одна. Отдай мне дом. Тебе иной. Отдай мне эти ядра. Джул, если кто и может все исправить, так это только ты. Я не одна. И будь уверен, мы вернем Эдем. Виктор, хозяин дальнего Эдема. Ну чё, понеслась? Понеслась. Так, я так понимаю, его фиг пробьешь. Ага, отсюда еще и не выйти. Господи. Ладно. Да ёпрасто... Тихо! Да чтоб тебя! Давай! Ах ты, зараза! Давай! Давай. Воу. Класс. Я уклонился. Чёртовы псы еще откуда-то. Давай. Двигаемся. Давай, выдирай, блин. Он от них подпитывается. Давай. Ах ты, зараза. Да чтоб тебя. Есть. Ну. Отлично. Давай, еще одна стадия. Есть. Так. Заряд. Мощно. Вот так. Ну же, ну. Стреляй. Давай, мне нужен заряд. Нужны патроны. Вот и все, Виктор. Вот и все. Никогда не будет вашим. Возможно.
Но и твоим он никогда не будет. Бури все сильнее. Надо подняться на вершину башни и включить систему терраформирования. Ага. Иначе бури разорвут Эдем на части. Давай. Опа, аудиозапись. Сентябрь 2087 года. Первые корабли Мандата выйдут на орбиту через несколько месяцев. Но меня тут уже не будет. Я спрячусь прямо у них на виду. После месяцев тестирования в Литейной у меня есть стабильная копия моего разума, которую можно заархивировать в ядре Вектора. Когда процесс инкубации завершится, я оставлю Вектора и уеду на своем вездеходе в Шторм. До конца бури Мандат меня не найдет. Но тогда уже будет поздно. Через полтора столетия завершится трансформация Эдема. И я, так или иначе, доживу до этого момента. Вектор беспокоится обо мне. Что если моя криокамера забарахлит, когда его не будет рядом? Он прав. Любой критический отказ станет смертельным. Но я сказал ему, что он должен сделать все, чтобы защитить Эдем от Мандата или кого-либо еще. Да и вообще, что такое смерть, если я продолжу жить внутри его ядра? Ничего себе! А почему же тогда ничего не проявилось? Почему тогда он не поговорил с ней? Если он внутри его ядра находится. Ничего не понимаю. Ну что же, нам нужен 20 уровень, и здесь нет сокровищ. Первый этаж, пошли. Ха. Вот тогда. Отнесите призматическое ядро на вершину башни. Оу! Тебе не добраться до вершины башни. Виктор, что же он сделал с башней? Ее не могли так задумать. Ну, так-то да. Да уж. После того, что я прошел в этих испытательных комнатках, вот это, ребят, просто детский лепет. А, ну да. Я, расслабившись, конечно, упал. Нет, это действительно ни о чем вообще. Хотя есть небольшая сложность в планировании того, куда двигаться дальше. Ах ты, ёпест. О, лазеры здесь у нас появляются. Прикольно. Ну тут. А, стоп, что-то я не понял. То они есть, то их нет. А, нужно пробежать, пока они типа. Ага, о, как. Ну прикольно. О, еще лазеры. Хорошо. Прикольно. Хе-хе-хе. А! Они по кругу крутятся? Я думал, взад вперед есть. Ладно. Не вопрос. Ну тогда ждем. Сейчас подкатится. Я не понял, что на. А, вот. Кажется, типа, как будто далеко, на самом деле. Довольно близко. Ох ты ж ё! ПРСТ. Ладно, обойдем. Да. Конечно, простенько.
Ну, естественно, это же сюжетные попрыгушки. Так, большая платформа. Ага! Ну что? Небольшой замес, да, ребятки? Небольшой замес. О, они уже 18-го левела, отлично. Я набью на них неплохо ядрышек. Воу, 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 воу. Давай сюда. Так, так. Давай, 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 не ленись. Вот так. Заряди. Вот, можно уже извлечь. Опа! Класс. Вот только верхних надо валить. Потому что эти мелкие упыри могут моего сета. Давай, ядро. Класс. Все, что ли? Ни о чем. А, не, вот еще один. Ну, естественно, естественно. Да. Черт, вы пауки, ладно. Есть, выдал. Покажи, что можешь. Ну-ка, жахни, вот, молодец. Ой-ой-ой, в спину-то не надо. Это нехорошо. Бяка. Вот так. Ну, щиток он еще зарядил. Он скинул щит. Что-то не было. Был прорыв щита и... Да ёб! Твою мать, бесишь! Ну, ну... Вот так. Да дай сюда шарик! Класс. Сменю что? Оу, прикольно. Оранжевый. Тогда обычным его будем лупить. Режем. Твою налево! Дунган, бей. Не того! Ой, я... Чё? Это меня типа завалили? А чё так быстро? Ну ладно. Странно. Вроде... Может, нельзя подходить к стенкам? Да не, бред какой-то. А вот, кстати, жалко, если бы можно было там отлететь чуть. Хотя, не, не имеет никакого даже смысла. Комбо! Да идите вы к чертовой матери, мелкие твари! Вон, мощно пробивает вообще. Дай. Какой-то нечеловечный урон, если честно, у флайера. О, быстрое извлечение. Он сносит пол хп еще, блин, до того, как я вообще что-либо сделаю. Супер-мега-крутой демонюга. Сет вообще просто посасывает. В сравнении с ним. Я его сейчас заряжу этим мощным. Бэм. Не давай, Дункан. Бабах. Твою мать. Отвалите нахрен. Господи. Падла, а? Ах, ты даже не успел ядро зацепить. Да, видали, как с ним все быстрее? Просто в лед. Супер, надо его вообще одеть. Интересно мне вот что. Там есть такая шапочка прикольная с пропеллером. Так вот, она как бы вместо... нормальной шапки одевается.
Или же просто одевается так для красоты и норм. Вот это мне непонятно. Твою на... А чё я не мог... Вот бесит, что эти экраны, они как бы током бьют, а не... Просто там, знаете, взял. Клонился и норм тебе. Тупой экран. Что-то дергается еще. Так. Оу, вау! Какая маленькая. О, здесь-то прям... Такой маленький прогальчик совсем. Ну, ничего, был просто. О, еще один замес. Что происходит? Мать, отвали! Бей их. Давай сюда. Да иди ты в жопу! Давай, ну-ка, давай. Ну-ка вальни его! Вот так. Мелкие твари. Блин, ну это ядро не забрал в итоге. Ёпросто. Господи, просто вырвал ядро на халяву. Типа, ууу, я злой босс. На. Давай, 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 вали его, вали, вали. Господи, это твою мать. Огненные демоны. Заду, в жопу. Ядро, 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 ядро. Есть. Фух, блин. Нормально. Еще, блин, ногу сводить начало. Во время боя с этими уродами. Неудобно-то. Воу! Так. Открывай! Блин, это хромированный, что ли? Блин, хромированный упырь. Покажем им. Черт, иди нафиг! Есть прорыв щита. Так, мне нужна броня. Спали их. Покажи им, Дунка. Излечение, излечение! Нет! Господи, я опять его разнес мясо. Дунка, ладно. Открывай. Так. О! Да иди ты. Давай, Дункан. Ну. О, отлично. Да ёпрасно. Эта хрень током бьется. Вот чё я-то думал. Стреляй, Дункан. Норм. Да блин, опять его взорвал. Господи. Слишком много урона реально у Дункана. Слишком много. Просто жесть. Не успеваю извлекать ядра. И чё это за хрень? О, господи. Нифига себе. Прикольный момент. Ах ты! Ах. Надо было просто ускоряться, а потом уже прыгать. Тут прыжок время занимает. Все равно, блин, по привычке прыгаю.
Опять этим током бьет. Даже не вижу, просто камера куда-то уходит туда за этот долбанный шар и все. Здесь лазеры! Ладно, не видел лазера. На самом деле некогда осматриваться. Так. Ну вот, норм. Все, что ли? Второй этаж теперь. А, все, телепорт есть. Вот так. Открыто быстрое перемещение. Еще выше? Ну, значит, еще выше. Второй этаж. 22 уровень. Понятно, почему мне это было недоступно. Ну что ж, давайте тогда. А, я в вестибюль башни сразу перемещаюсь, да? Хм. Ну ладно. Так. Ну и чего получается? Как бы все, теперь надо докачаться. Какого она у меня уровня-то? Сейчас посмотрим. Так-с. Это у нас первый этаж. Подождите, это столько этажей, что ли? Серьезно? Прям вот серьезно-серьезно? Да ну, что так много-то? Ладно, у меня есть телепорт. Ладно, Виолет, пошли. Давайте я возьму... А, мне надо... Да, понятно. Дункан, сюда! Ну, я хочу поговорить. А, надо отойти. Все, я понял. Готово, так, типа, не работает. Так, ну что, давайте быстро переместимся тогда. А, хотя, чё я? Я же могу это... Вернуться к вездеходу. Так. Давайте посмотрим, сколько у меня там в итоге набралось. Ничего, так нормально. Что по уровням? Команда. Джул сама у нас 21-го. А мне лвачка-то не хватает одного. Так, давайте посмотрим по схемам. Что у нас на флайера? Это все на 17-й левел. Тоже на 17-й. А, собственно, он одет-то или нет? 495 атака. Ну, понятно, что он так рвет. А, ну да, естественно, у меня все уже нацеплено, все топовое. Башку я пока не могу нацепить, потому что он еще 19 уровня. Так. По схемам я ничего нового не нашел. Единственное, что хочу посмотреть, есть ли у меня сейчас ресурсы на... Так. 14, 17, 17, 17. Ага, ну вот я этот сет хотел собрать. Нужны чертовы прокладки. Я даже не знаю, где их взять, блин. Это прям проблема всей игры. Серьезно, я не могу найти этот тупой ресурс. Как так-то? Как вообще мне? Где запас? Давайте посмотрим. Проклятущие прокладки. Ускорители, шарниры, пружины. Антенны. Нет, если у меня нет прочных, то у меня либо должны быть золотые. Эта обшивка уже не подходит. Ну вот я не знаю где, надо отслеживать, надо выбивать, потому что тут ничего не написано. Просто некоторых вот ресурсов у меня просто нет, видите, здесь пустые три ячейки. Здесь, 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 здесь. То есть вот, скорее всего, это все и нужно. А, по ядро ботам. Давайте-ка я сменю ядро. Все, теперь у меня маг здесь будет в синем. Отлично. Так, атака 174. Что? Ну хорошо, он у нас будет на энергию. Этот на броню. Тут странно, да, паук на броню.
Но выходит, что так. В общем, это еще кто-то должен быть, по идее. Хотя когда уже? То есть, не знаю. Вроде как мы и так уже в башню забираемся, а это самый конец, по идее. Так, хорошо. Ну, больше ничего не сделаешь. Давайте конденсацию сделаем. Так, ну вот и все. Отлично. Да, прикольненько. Теперь у меня вроде как привыкаешь же к тому, что вот этот орангутанг красный у нас, а зарядил туда синее ядро, он синенький. Прикольно же. Прикольно. Так, давайте посмотрим по... Нет. Пора вот здесь взяли. Лучше. Куда лучше переместиться? Выберу я отряд, возьму Дункана. Дункан у меня сейчас... Дункан и Мак получается, да? Мак и Дункан. Ну, вот так вот, да. Есть у меня желание такое вот отправиться... Ты что, Виолет? Что значит, ты что, Виолет? Отправиться знаете куда? Ну, здесь-то понятно, что куда там... Ран тебе еще, мол. Где-то это было. А, ну слушайте. Я же могу для начала просто выйти отсюда. Я могу выйти и разбить там скалу, которую раньше без рангутанга разбить не мог. А, опять мне приходится убирать. Ну, Мака и Дункана. Тикс, где она у нас тут? Была она у нас. Господи, они третьего уровня. Мне их даже жаль. Жалька. Жалко. Че, я застрял, что ли? Да. Даже маг справляется с ними. Вообще без проблем. Разбей, маг! Давай! Воу, прикольно. Ага. Какое бы я ни разбил часть, да, но призматическое ядро будет перемещаться. И какого черта я его разбить не могу? А, ну да, только извлечение ядра. А, нет, слушайте, вывалилось. Прикольно. Скрестим пальцы. А чё скрестим пальцы-то? Ядро валяется на земле, ты и так в курсе. Отлично, призматическое ядро, 29. Я же говорю, что в районе 30-40 у меня будет под конец. Так. Ну, тут, в принципе-то, все понятно. Я туда перелечу, потом туда и туда, и все. Все тут ясно. Вот там тут лучи какие-то запускает. Кто там? Должен. Третьеуровневые. А, бьют-то они током так же, как и любые другие. Вопрос, а что за задание у меня сейчас? Ой, меня стреляют. Уничтожьте одного синего пса. Выполните быстрое извлечение ядра у одного паука. Уничтожьте 5 флайеров смертельными атаками. А, смертельные атаки. Это, то есть, наверное, атаки этих моих подручных. Схема прочная обшивка. Показать схемы. Угу, тут флайеры. Тут синие приматы. Так, тут, насколько я помню, надо забраться сюда. Вау.
Угу. Отлично. Текс. А, надо бы еще выше забраться. Если это возможно. Вроде как-то... А, ну да. Только у меня нету. Паука, нет со мной. Ну ладно, черт с ним, мне туда и не надо. Так, давайте сейчас тогда в таком случае направляться. А куда мы направимся? Точно, помню я, куда мы направимся. Почему здесь все оранжевое теперь? Ну, типа... Какой-то странный оранж. А, это отмечено, что мне типа надо вот сюда куда-то сходить. В любое из этих мест. Дом из стали тоже закрыт. В любое из этих мест и прокачаться. И это все уже у меня зафармлено. Так, покинутые чертоги. И яма забвения. А, ну вот, покинутые чертоги. Вот это мне нужно пройти, и тогда можно идти дальше по сюжеточке, дорогие друзья. Так, ну что же. Здесь у нас ящики, ядра, вездеходы. Здесь еще одно ядро. Ладно, давайте-ка я вернусь к вездеходу и продолжим мы с вами, дорогие друзья, уже в следующей части. Я думаю, я сразу... хотя нет, все-таки лучше... Лучше покажу, где находятся вот эти маленькие штепсели, которые нужны будут для входа в это подземелье. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Все ссылки под видео. С вами был Гидеон. Всем спасибо и до следующей миссии.